Доброе утречко, ребята. Я сегодня очень голодная. Поэтому достаем наши блендеры, начинаем готовить зеленые щи. Добрый, добрый, Кристина. Значит, доброе всем. Вика, да нет, я просто звук выключила, чтобы не шуметь. Я отмеряю шпинат. Давайте начинать готовить. Напомню, что готовим мы сегодня вот это. Скриньте, кому нужно. Вот это готовим. Из вот этой книги. Я начала раньше, потому что я очень голодная. Достаем и отмеряем. Надо смотреть, на сколько человек вы готовите. Я буду готовить двойную порцию от этого, потому что я считаю, что одна порция просто размазывание ингредиентов по кувшину. И я поесть хочу, я очень голодная. Сегодня у нас прям царский ужин. И, Вика, начинаем все последующие... Как это называется? Все последующие эфиры посмотрим. Может быть, оставим на 12, а может быть, перенесем на 11. Просто у нас уже очень светло. И здорово было бы, если бы много успевать делать дел за день делать. Вот Света к нам присоединилась. Света, наверное, выспалась.
По-моему, у нас со Светой 2 часа. То есть у Светы сейчас 10. Конечно, да. Если перенесем, у Светы будет 9. Кто в 9 утра встает в субботу? Ну, кто-то встает, подумаем. Значит, у вас есть этот рецепт. Он в предыдущих постах. Просто открывайте его. И берем шпинат. Я звук выключила, потому что я шпинат отбираю тут из пакета. У нас некоторые тут подуставшие листики есть. Я буду делать двойную порцию. Это хватает для одного человека. И сегодня у нас такой формат. Мы сейчас сделаем быстро суп. Я выключу эфир. Мы его съедим. И мы выйдем снова в эфир. Мы будем готовить спрингроллы, 2 соуса, и я покажу еще, как сделать очень вкусную начинку для спрингроллов. Пока без рецепта ее, вы просто в спрингроллы овощи заверните или что вы там у себя в холодильнике найдете. Просто эта начинка требует отдельного мастер-класса. Вот, мы ее зафиксируем. Разделим сегодня 2 эфира по причине, что я знаю точно, что когда вы готовите, вы едите параллельно, а я есть не могу, и мне просто хочется поесть. Поэтому делаем суп, едим, заново выходим в эфир, буквально там через 5 минут, и я ем быстро. И готовим еще набор блюд. Давайте, поехали. Отбираем шпинат. Значит, если хочет поесть взрослый мужчина... Светочка берет 3, привет. Да, 3. 3 часа с Финляндии. То есть у тебя сейчас 9 утра. Да, думаю, не будем переносить на 12, потому что это как бы перегиб. Давайте отмеряем шпинат. Пока бегала, у меня выключилось. Весы выключились. Придется заново взвесить. Если хотите накормить взрослого мужчину, такого сильного, то тройную порцию того, что есть в рецепте. Я делаю себе двойную. Так, 95. Меня не ждите, я перебираю шпинат, потому что мы его забыли на ночь, и он некоторые листики нужно выбросить. Если у вас уже отмеренный ваш шпинат, то просто бросайте все ингредиенты в блендер. Пять.
Так, я победила шпинат, загружаем его в блендер. Когда я не делаю на камеру, я делаю на глаз. Я примерно знаю, сколько у меня пойдет, в какой блендер. У меня разные блендеры. На одного человека и на двух. Вот на одного человека двойная порция. Это где-то, например, вот в этом блендере плотненько, но не до конца. Например, тройная порция, это будет плотненько до верха. Чем интересен этот суп? Давайте воду наливать. Я вообще не люблю шпинат. Просто не люблю. Сильно не люблю. И в этом супе он превратился из вещи, которую я не люблю, в просто какое-то чудо. Так, вода 140, значит, будет 280. Где-то так. Дальше идут специи. Вот я, например, не знаю, как отмерить 7 мл оливкового масла, но у меня будет 14, потому что у меня мерная чашка больше. Соль, черный перец, лимонный сок. Я буду делать это по вкусу. Вот это огурелиос крит. Всем рекомендую раз в году заказывать. Масло горьковатое. Я налила больше. Объясню почему. В этом супе оно превращается из горького в невидимое. Я не знаю, как вообще этой вот даме-повару удалось создать такой уникальный бульон из простейших ингредиентов. Я могу только аплодировать. Лимон, прикидывайте сами, как вы его там будете, сколько. Рецепт был дан, так что на ваш вкус делайте. Что у нас там? Соль, перец. Супруг у меня еще отдыхает, поэтому обедать буду сама. Так что можно перца. Он у меня перец не очень любит. Так, соль. Что у нас сегодня? Гималайская. Проверяем. Все. Я добавлю чуть больше воды, потому что хочу попить с утра в жидкости. Сейчас мы это будем облагораживать. Когда у меня есть время, я включаю это просто на единичку, то есть на маленькие обороты, и жду, пока она там как нож ее разобьет. То есть разбивать нужно не в пыль, а чтобы плавали такие кусочки. Ну, кому как нравится, разбивайте в пыль или кому какие большие кусочки. Я пока медленно разбиваю блендер вот эту всю смесь, уникальную смесь из нескольких ингредиентов, я приготовлю, положу туда авокадо. И сегодня у меня там у нее просто авокадо, орешки, помидоры. И все. У меня будет черный рис, дикий, размоченный, и авокадо. То есть мне больше сегодня на утро ничего не надо. Это мой завтрак сейчас будет. Рис делает сытным. Чем уникален этот суп? Тем, что
Шпинат сам по себе, ну, как бы нейтрален, потому что везде есть и белки, и углеводы, вы прекрасно это знаете. Здесь нет смысла большого его считать, потому что вы можете сюда хоть белки положить, например, грибы подвялить в дегидраторе, или орешки действительно, вот как у нее, или рис, как положу я. Значит, включаем блендеры и режем, я режу авокадо себе, сразу в тарелку буду делать и выключаю звук, чтобы вам не... Он хоть и тихий, но все равно звук. Я пока остановлю, просто покажу. У нас сегодня с вами тихие семейные посиделки, а не выход, так скажем, в свет. Поэтому я не заморачиваюсь, я сейчас просто хочу позавтракать, чтобы начать второй эфир буквально через 10 минут и сделать с вами уже такие более сложные два соуса и спрингроллы. Поэтому я это делаю просто вот так. Это не менее красиво, но... 2-3 раза быстрее, чем на доске его. Чем его на доске, в общем, нарезать и красивыми ровными кубиками, считать там эти грани, я этим не занимаюсь. Потому что в процессе вот этого, например, видите, вот черное пятнышко, я его не ем, я его просто аккуратно ложкой обхожу и как бы все. То есть... Не знаю, сколько у вас времени на готовку. Надеюсь, что много. У меня его просто нет. Поэтому 15 минут все блюда, которые есть. Всегда пробую, чего не хватает, с чем перегиб. Лимонного сока не хватает. Так, нам сегодня больше не понадобится. Thank you.
Вот у меня есть соль, я показывала вам, что соль я сегодня использовала обыкновенную, ну какую-то там ямалайскую. Еще есть вот эта черная соль, вот она. Она пахнет, простите за выражение, тухлыми яйцами. Ну, кому тухлыми, кому обыкновенными. Вот если вот эту соль добавите, будет стойкий яичный запах по всей квартире буквально. Но я сегодня добавляла просто гималайскую соль. И если быть откровенной и честной, у меня это уже пахнет яйцами. Я не знаю, что... Почему? Может быть, шпинат, реагируя с маслом, реагируя с лимоном, когда раскрываются его ячейки, вот дает такой вкус. По вкусу, вот как бабушка мне зеленые щи готовила, это когда щавель и яйца туда кидают, кто не знает, что такое зеленые щи, вот такое же. Еще шпинат очень похож на щавель. У нас, слава богу, в Финляндии его много везут. Вот, у нас не так много других всяких разных вкусных вещей, которые есть у вас в странах. Но шпината у нас много, так что я возблагодарила Бога за этот рецепт, потому что я теперь могу есть и шпинат, который не люблю, но который очень полезен, и он прекрасен. Так, свет, наверное, надо убрать. Давайте смотреть, вот у меня замоченные, вот эти термосы, ребят, не советую покупать, если будете где-нибудь брать. Вот у нас термос постарше, смотрите, что с ним происходит. Мы его в посудомойке постоянно, то есть мы ничего не моем руками, когда есть посудомойка. Посудомойка отдирает вот эти штучки. Вот это более старый, ждем, пока отдерется все. То есть, ну зачем было красить, вот производителям вопрос, когда он бы прекрасно смотрелся в нержавейке. Понятно, что нужно рекламировать себя, но вот это антиреклама. Вот это никак не получится с рекламой. Так, значит, вот это более новый, но тоже уже, видите, уже вот пошел, где-то он там откалывался. Вот, пожалуйста, посмотрите, что с дном. То есть качество плохое. Итого, что же у нас здесь сегодня? Замоченный черный рисик. У вас могут быть любые ваши овощи, фрукты, которые вы любите. Вот наш суп. Мы его просто сюда выкладываем. Много не буду, потому что у нас сегодня еще спрингроллы и два соуса. И вот что у нас получается. Мы пробуем. Соль нужна. Я сейчас как раз положу вот эту яичную. Можно обыкновенную. Он и так даст запах яиц. Кто к нам только что присоединился, ребят, фотосессии сегодня ни-ни. Сейчас мы делаем так. Я заканчиваю эфир с рисом и с супом с этим. И буквально через 10 минут выхожу в эфир. Присоединяйтесь, мы делаем роллы и два соуса. Спринг-роллы и два соуса. Я объясню, почему. Сегодня не завтракала, потому что работа с утра была. Я точно знаю, что когда вы готовите, вы едите параллельно. Мне кажется, что не хватает перца. Я люблю острое. Я параллельно есть не могу. Во-первых, это невежливо разговаривать с людьми, с жующим... шующими челюстями. Во-вторых, это просто неудобно вести эфир. Ну, как бы ты ешь или ты работаешь? Или ты показываешь, что ты готовишь? Я все-таки показываю, что готовлю. Значит, вот этот суп у нас в семье стал буквально, как сказать, фаворитом вообще просто всего, потому что шпинат никто не любит, но теперь мы его едим буквально килограммами. У нас он сильно недорогой в Финляндии, хоть с этим повезло. Авокадо, слава богу, в Финляндии тоже есть. И добавляя различные начинки, например, вяленые грибы, мы получаем белковый суп, всякий рис замоченный, булгур, всякие черные рисы, не обязательно дикие, гречу, все, что вы вот замачиваете в термосе, вот это можно в каше сделать, и вот получится такая вкусняшечка. Пробую, все ли в порядке.
Боже, как это вкусно! Господи! Господи! Знаете, бывают такие удачные рецепты, которые у меня годами в семье приживаются. Я вот сегодня, сейчас закончу эфир, буду показывать, как спрингроллы. Что я делаю спрингроллы? Какую начинку кладу? И они держатся годами. Вот это один из таких рецептов. Бывают рецепты, я просто пробегаю бегом, и так побежали дальше. А этот, я думаю, приживется на года. Ребята, я заканчиваю эфир, называю его «Сыроедные зеленые щи». Я ем и через 10 минут выхожу в эфир. Я ем очень быстро, поэтому подтягивайтесь, потому что время денежки. Готовим с вами спрингроллы, два соуса к ним. И покажу начинку, которую потом выведу в отдельный мастер-класс, потому что она достойна, чтобы ее вывели. Это лучшая начинка, как и вот этот лучший суп, который у меня годами в семье выручает во всех ситуациях. Все, ребята, через 10 минут снова встречаемся.